Расскажи, как у тебя там охота подводная случилась? Трагично. Трагично? Да. А может, эпично? Нет, я упустил большую. Упустил? Не очень большую, так. Ну я что-то больших-то не видел, я только лещей больших видел сегодня. Настреляли мы всякой мелочи, вот она чуть-чуть болтается здесь. Ну нам, чтобы уху сварить-то хватит. Но это разведка была. Мы пойдем в ночь, и вот тут-то мы надолбим уже лещей-то. Это стопудняк. У тебя сил-то хватит? Хватит. Как по речке поднялся? В этот раз-то лучше, чем было в прошлом году поднялся. Я видел, ты там где-то метров на 50 все время сзади меня шел. Ну, почти всю дорогу. Я тебя дождался так иногда. А в прошлом году ты еле приполз. Позже меня почти на 40 минут, наверное, приплыл. Да. А вот наша палаточка. Вот не имется, да, вот нам. То есть есть у нас вот эта хибарка, где, в принципе, три кровати есть, и можно матрас положить. Но, ну как же без палатки? Мы только дом поставили. И главное дело, что порываются спать там сегодня все. И Тоня, и мама, и я. Я. А ты? А кто где? Ну, я здесь буду, наверное. А ты? Значит, тоже здесь. И Тоня здесь. Мама у нас одна в одиночестве там будет спать? Да, или она тоже там? Я чувствую, все будут спать в доме. А мы с тобой... Я думал, что все палатки будут спать, а дом у нас чисто это под склад, где очень куча вещей. Вот такое местечко. Это не реклама, я не говорю, где, вернее, что это за база, но это на озере Плещеево, там, где ботик Петра находится. Очень симпотно. Нам пока нравится.